ну, если можно назвать замены каким-то явлением, то это, конечно, замене. И вот оно двойное. Паулу Бернардо выходит на поле под 55-м номером, а под 82-м. Но проклятие было Гудмана в Ди. Паулу Бернардо уже успел с ним познакомиться на вообще все финалы, в которых участвовал. А некоторые по нескольку раз. Например, он вице-чемпион суперкубка. Дважды проиграл финал кубка. Рафа Силва. Жильберто. Испытание. У Бенфики дерби против Спортинга с Браги. То есть...